Кукла в жизни ребенка дошкольного возраста, наверное, это самая главная игрушка. И она сопровождает его на протяжении всего этого периода развития. Как же выбрать куклу? Всем ли детям нужны куклы? Очень важный вопрос, нужны ли куклы мальчикам? И какие куклы нужны в каком возрасте? Постараемся сейчас ответить на эти вопросы.